Призовое место 8-летняя Арина заняла в своей возрастной группе в номинации «Детские писатели». На всероссийский конкурс «Художественная школа» отправила ее рисунок «Самуил Маршак», выполненный в графической технике. Девочка выбрала именно этот вид изобразительного искусства, решив, что красками ее любимые мелкие детали не изобразить. Я выбрала гелевую ручку, потому что с ней труднее работать. Я захотела очень трудно работать, потому что гелевой ручкой детали надо вырисовывать. И вот я вырисовывала это все, обводила. И мне это очень понравилось работать. И я еще буду участвовать в конкурсах и рисовать. На рисунке не только поэт, но и хорошо узнаваемый сюжет из его произведения «Кошкин дом». Арина всего год занимается в художественной школе, но с помощью контурных линий, штрихов и точек нарисовала и тетю кошку, встречающую гостей, и кота Василия с метлой. В общем, потрудиться пришлось не одну неделю и изрисовать не один десяток листов. Но труды того стоили. Это первый в жизни Арины всероссийский конкурс. Вот мы узнали буквально, можно сказать, там час назад, что мы заняли место. Было, конечно, даже как-то необыкновенно. Я вообще удивлена была. В то же время это очень престижный конкурс. Тем более дети только начинают, у них путь только начинается. И если так удачно, я думаю, что в дальнейшем, если они будут работать, все произойдет так, как и должно быть, как настоящих художников. Лучшее творение жюри выбрало из 1165 работ. Все картины победителей и лауреатов конкурса размещены в галерее сайта Министерства образования и науки России. Помимо всего прочего, сочинка Арина Баланюк награждена экскурсией в Кремль. Такие достижения, напоминает преподаватель, возможны только при усердной работе. От родителей же требуется поддержка. За лето Арина должна нарисовать порядка 100 эскизов. И это единственный путь к новым победам. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.